Можно начать, да? Значит, у нас сегодня две части заседания. Сначала послушаем ваш доклад, потом обсудим наши планы на ближайшее и более отдаленное время. Сколько вам нужно времени? Будем, может быть, минут 40. Ладно, да, ну потом вам вопросы зададим и так далее. В общем, мы особенно вас не ограничиваем, ну, в пределах 40 минут. Хорошо. Пожалуйста, начинайте. Мой доклад посвящен генезисам. Видом различного, так сказать, экологического свойства геносно-типографических памятников, которые в силу, так сказать, различных судеб попали в собрание центральной, музейное собрание центральной и северо-западной России. Из собраний центральной России, это прежде всего единственная, так сказать, плита, ныне хранящаяся в историческом музее, точнее, значится она по описям исторического музея в отделе археологии, археологических памятников, но вот в феврале была выявлена в подклете в соборе Новодевичьего монастыря, который является филиалом исторического музея. И шесть плит, все официальные закладные плиты из Кафы, из Феодосии, попали еще в конце 18-начале 19 века в Павловское собрание, в Павловск. И там хранились, по всей видимости, сначала как элемент Павловского паркового ансамбля, как элемент декора Павловского паркового ансамбля, потом просто как некоторый такой, так сказать, музейный раритет, хранились в комнате саркофагов до 1941 года. В 1941 году они все были уничтожены, к сожалению, вот, по разрушению комнат саркофагов. И сейчас они внесены в официальный реестр памятников, утраченных в период Великой Отечественной войны. Вот, официальный реестр, который был издан с 2000 года, но Павловский именно дворец в 2000 году, описан Министерством культуры Российской Федерации. Что касается хронологических, скажем так, да, рубежей, то все эти памятники датированы серединой второй половины XIV века, то есть примерно с 1342-43 годов до 1380-х годов, то есть вот из того собрания, о котором я буду говорить, самый поздний — это 1384 года. Как мы видим уже из этих археологических рубежей, в общем-то, период весьма интересный, весьма сложный, когда история генуэзских факторий, крымских факторий, скорее уже начинает связываться не с, собственно, так бы сказать, с ритмом средиземноморской истории, а с ритмом, скорее, евразийской истории, степной, не в некотором смысле истории, потому что на 14 век приходится некоторый кризис, так сказать, и уже в конце 14 века окончательный кризис в Золотой Орде, в Джучьем улусе, и распад Чагатайского улуса и образование державы тимуридов также приходится на конец 14 века, второй половины 14 века. Завоевание Тимура, некоторый кризис, связанный с этими завоеваниями в, скажем так, в стане османов, в турецком стане, и в этой связи генуэзские факторы, крымские фактории с середины XIV века все более и более начинают увлекаться, так сказать, в ритм вот этой вот евразийской истории взаимоотношений скорее и более с Золотой Ордой, нежели, собственно, с самой, так сказать, Генуей, которая, в общем-то, всегда достаточно отдаленном географическом и иногда даже политическом, так сказать, отстоянии от своих факторий. То расширение, так сказать, небольшое, которое дано к теме заявленной, история и комментарии, в общем-то, в некотором смысле как бы показывает то двойственное положение, которое всегда стоит перед любым человеком, который начинает говорить о эпиграфических памятниках, любых эпиграфических памятниках, особенно средневековых памятников. С одной стороны, скажем так, в историографии сформировалась достаточно развитая традиция, публикаторская традиция, особенно вот памятников, связанных с Высоким Возрождением, памятников, связанных с рубежом Высокого Возрождения, началом, так сказать, эпохи Возрождения. Менее это касается ранних средневековых эпиграфических памятников, но тем не менее. С другой стороны, то, что касается, так сказать, вовлеченности вот результатов этих публикаций, так сказать, непосредственных данных памятников, более широкие и более обобщающие, так сказать, исследования исторические, в этой связи как в отечественной историографии, так и в западноевропейской историографии как бы к этому подходят, во всяком случае, подходили вот до последних лет более осторожно, я бы сказала, как бы, и более, так сказать, настороженно, используя, да, эпиграфические памятники в рамках вот этих более вообще широких исторических экспедиций. Что касается
касается отечественной историографии, своей публикаторской, так сказать, ипостаси, то здесь, конечно же, нам необходимо, если мы будем говорить о 19 веке, отметить целый ряд эпиграфистов, которые совмещали в себе, так сказать, и некоторые позиции религиоведения и эпиграфики. И здесь необходимо, конечно же, отметить этот огромный корпус Юргевича, который был издан в рамках записок Одесского общества истории и древности. И потом вот это дополнение, которое формировались на протяжении второго XIX века и уже в начале XX века, это и Литовский, и Стерн, и Колли, и многие-многие другие. Но, конечно же, так сказать, уровень этих публикаций был разный, причем, так сказать, если первые ранние публикации Юргевича, в общем-то, это скорее уже некоторые факты историографии, чем некоторые, так сказать, уже такой, так сказать, практически используемый в науке свод, корпус текстов, то постепенно, так сказать, к началу XX века публикации становятся все более и более качественными, прочтение текста, транскрипция текста, комментарии текста становятся более и более точным. И, например, на публикации Литовского, например, или на публикации Скрижинской, мы уже, конечно же, можем опираться с большой долей, так сказать, уверенности в этом. Что касается рубежа 19-20 веков, это, собственно, до революционный период, то здесь, конечно же, интерес к памятникам был прежде всего связан с кругом Лихачева, академика Лихачева, Николая Петровича Лихачева, который формировал вокруг себя, так сказать, интерес прежде всего к памятнику, как к явлению палеографии. И для него это было важно, прежде всего, для него памятник был важен, прежде всего, палеографический день, как некоторое продолжение единого, так сказать, письменного средневекового графического наследия. И те люди, которые или были непосредственно связаны, или, скажем так, эпохально, хронологически были связаны с кругом Лихачева, а это прежде всего Дойбыш Рождественская, это прежде всего Елена Вячеславовна Скрижинская, они в некотором смысле развили и добавили, скажем так, уже на своем методологическом и историческом уровне, добавили очень интересные плиты. Я должен сказать о корпусе Скрижинской. Корпус был издан, к сожалению, не в России, а в Италии, в рамках Attilius Italiae, История Патрии, издан был в 28 году на французском языке. Скрижинская, как вот мне рассказывала ее дочь, и как, собственно, есть в записях в ее архиве, в том институте, который раньше назывался Ленинградское отделение института истории, потом он был Санкт-Петербургский филиал института российской истории, а теперь как-то он еще называется, вот, по-моему, так сказать, вот в том институте хранится фонд Скрижинской, ее записи, ее опубликованный материал, это 14-й фонд западноевропейской секции, и вот там она пишет, что, конечно же, публикацию 22 года она не считает идеальной, далеко не считает идеальной, и хотела бы к ней, по мере возможности, сказать, возвращаться все снова и снова, и делала это на протяжении практически всей своей жизни, то есть, ну, как минимум, последующих лет 30 после издания в 27 году вот этого корпуса. К сожалению, ну, так сказать, многое публиковать не удалось, потом Скрижинская возвращается уже в 56-м году к этому, но, тем не менее, так сказать, многие заметки, многие публикации дают нам возможность представить себе тот репертуарий, прежде всего, генуэзских, кафинских, так сказать, памятников, о которых я говорю. Чтобы, так сказать, не утомлять вот этими вот историографическими выкладками, могу сказать, что в западноевропейской традиции очень осторожно впервые в крупные исторические исследования эпиграфические памятники начали варить Балар в своей вот этой классической огромной работе, посвященной генуэзским романам. Сейчас огромное количество работ посвящено не просто памятникам средневековым, а как бы их вовлеченности в те или иные процессы развития средневековой культуры, средневекового города прежде всего. И чтобы проиллюстрировать это, нам вот необходимо будет обратиться к данным, которые сейчас представляет фонд по изучению средневековых эпиграфических памятников в Пуатье. Что он дает? Дает он примерную оценку, суммарную оценку использования эпиграфических памятников в средневековых городах, и так, особенно в раннем средневековье. Что он дает? Так, с Балкан в 602-850 годах, по оценкам этого фонда, происходит всего на 350 памятников. Из христианской Сирии между 600 и 700 годами нет ни одного эпиграфического памятника.
Между 700 и 780-ми только 12 типографических памятников и все типографические памятники на Волге. Нет других типографических категорий. Сибирийского пространства происходит между 400 и 500 годами 16 памятников, между 500 и 550 42, последняя четверть 6 века дает 30 памятников, а между 600 и 650 годами 35 памятников, из которых 23 надгробия. Последняя четверть 7 века это 17 памятников и 15 надгробий, соответственно. Такая же тенденция сохраняется как бы для других пространств, так сказать, бывшей империи, за исключением Италии, где, в общем-то, так сказать, вот по оценкам этого фонда, в 4 веке из Италии в Сапиене происходит около 1200 памятников, в 5 веке 900, но, тем не менее, между 500 и 600 – 190, а между 600 и 700 – 163. 360 и 260, из которых 190 и 163, соответственно, надгробия. То есть, если мы посмотрим на вот этот тренд, он показывает не только, как кажется, общую типологическую эволюцию памятников фотографических, но показывает очень важную вещь. Показывает, что эпиграфическое наследие постепенно начинает сжиматься не только, так сказать, структурно, хронологически, но и типологически, что не менее важно. И в этой связи, как мне кажется, исследование памятников, связанных с городской средой, с Римом, с другими крупными городами региона, показали бы, что те процессы, которые в XIV веке приобретут, так сказать, как бы терминологическое оформление в Брешанских статутах, когда будут выделены три основные зоны обитания, так называемая нока вакуа, то есть любое пустое пространство, хабитацу в тумане, то есть некоторое обитаемое пространство, и цивитас, то есть структурированное, архитектурное, топографическое пространство. Вот, так сказать, трансформация вот этого последнего компонента, трансформация компонента цивитас, когда архитектурное пространство все более и более сжимается, и вместе с ним сжимается то, что мы назвали спацию солена, торжественное пространство римского эпиграфического памятника, естественно, не эпиграфического текста. Вот здесь, как мне кажется, вот анализ эпиграфических памятников мог бы очень способствовать анализу структуры, так сказать, города, как некой топографической данности, что бы дополнило удачно ту огромную серию работ по экономической эволюции позднеантичного и, так сказать, ранее средневекового города и так далее. Приведу несколько примеров. Вот, например, такие, так сказать, примеры. Ну, естественно, самый, пожалуй, интересный, это вот всем известная Аптика, где как раз это пространство, так сказать, текстовое, да, ориентировано на более широкую и на более, так сказать, такую открытую аудиторию. То есть текст здесь функционирует как некоторое, так сказать, коммуникативное, хотя о коммуникативности, конечно, тоже говорить, ну, надо с определенной осторожностью, так сказать, исходя из ряда положений, но тем не менее, конечно, текст здесь более коммуникативен. Сенат и народ римский. Божественному Титу, сыну Божественному Веспасиану, Веспасиану Августу. Вот, так сказать, один из этих примеров. Другой пример, более скромный, такой более камерный, я бы сказал, пример, прославляющий императора Клавдия. Тиберий Клавдий, сын Друза, Кесы, Цезарь, Август, Германик, великий понтифик, наделенный властью трибуна, в четвертый раз, император в 16-й, консул в 4-й, цензор, отец Отечества. И далее идет тот некоторый текст, о котором, в общем-то, идут достаточно большие споры. Что здесь? Возможно, это аутис популя романи «Финибус пумериум ампляви терминовитве». Расширив пределы римского народа, владения римского народа, данные границы он
расширил, опять-таки же, и установил. О тяге непомерии идет, ну, некоторая советская дискуссия, так сказать, локальная по этому памятнику, но, тем не менее, либо это будет непосредственно померие, то есть как некоторый круг, очерчивающий городской пространство, либо это, скорее всего, такое некоторое, некоторое метафорическое обозначение границы, но, тем не менее, вот один, так сказать, из многих примеров такого вот торжественного, открытого пространства информативного функционирования римского библиографического памятника. Ранний средневековье, несомненно, эту как бы, тенденцию сужает. Пожалуй, одним термином можно было бы характеризовать этот процесс. Процесс сакрализации библиографического памятника. Памятник уходит вглубь собора. Или же связан с пространством собора. В соборе, внутри собора, продолжает жить и коммуникативный памятник, но в гораздо более усеченном виде, и несомненно, продолжает жить то, сказать, эпиграфическое пространство, о котором писали многие, и вот это одно из очень интересных, в общем, не потерявших до сих пор актуальности исследований, писали, связанное с трансформацией эпитафии от античности до позднего, от ранней античности до поздней античности, выполненное Брагинской, очень такое, не потерявшее до сих пор актуальность, хотя, в общем-то, было достаточно давно было опубликовано, но, тем не менее, не потерявшее до сих пор актуальность исследования. С XI-XII веков происходит то, что мы называем расцвет романитас. То есть расцвет романитас как некоторое подражание славе античного Рима. Причем это не просто подражание, а это письменно зафиксированный текст, который все более и более, начиная с Пизы, и потом уже в конце XI, на рубеже XI-XII веков Гены, все более и более, опять-таки же, открывается, так сказать, пространство. Примеры из Пизы здесь, если у меня просто нет фотографий, поэтому пришлось их перепечатать, намереваюсь описывать славу, деяния, историю пизанцев, я возобновляю памятование о древних римлянах. Так Пиза приумножила славу, удивительную славу, которую не стал никогда Рим победами Карфагеном. Вот один из ярких примеров, так сказать, такой романитес, когда слава античного Рима не просто, так сказать, питает какие-то топосы, какие-то такие некоторые грани, а непосредственно выражается в памятниках уже открытого эпиграфического текста, вновь открытого эпиграфического текста. Несомненно, это было связано и с процессом рецепции римского права, это, несомненно, было связано и с теми политическими, внутриполитическими изменениями, которые были связаны с трансформацией средневекового города и становлением органов коммунального самоуправления. Еще один пример. Ведь теперь совершенно очевидно, что тебе Катон, Гектор и тот Тулий были равными внутренней силой, храбростью, красноречием, один человек подобает трем, равен трем. Вот еще один такой пример того, что мы бы назвали романитас. Здесь, естественно, идет речь о Катоне, одном из таких символов, стойкости и непреклонности, о Гекторе и о Цицероне, естественно, который, сказать, является символом, так сказать, римского, так сказать, квинтэссенции римского красноречия. В XII веке, в начале XII века, это Пиза, это XI век, это вот XI-X-XI века, в XII веке, такой же примерный процесс реновации классика происходит и в Генуе. Но если в Генуе, но если в Пизе это было связано с консульской властью и с формированием институтов самоуправления городского, то в Генуе это связано не с консульской властью, а с структурой генуэзских альбергов, с тем, что пронизывает фактически всю генуэзскую историю, всю, как минимум средневековую генуэзскую историю. Хотя
типологически, скажем так, процесс равен, процесс тот же. И вот пример такого альберга. Это Сан-Матео, Генуэзский Сан-Матео, собор, родовой приход, родовой собор семейства Дори, Альберго Дори. И это не что иное, как вот контрада Дори. То есть здесь мы видим сам собор Сан-Матео, здесь мы видим дворец Бранте Доминика Чедори. Немного вот здесь, то есть если, может быть, у меня еще есть фотография, ну, так, вот она. Собор дворец Бранте Доминика Чедори, лоджия Альберго, а с этой стороны, как бы за нашей спиной, остается дворец Ламбадори. И вот, если обратить пристальное внимание вот на эти полосы, которые здесь формируют как бы орнамент собора, то мы увидим, что все эти полосы испещрены текстами. Текстами, которые являются, так сказать, деяниями, описывают деяния семейства Дори. Таким образом, открытый текст, но в немного другом оформлении, в оформлении Альберго, в оформлении, так сказать, от частного лица, так если можно сказать, от частного рода, а Альберго были частными организациями, но были приняты как некоторые структурирующие, так сказать, образующие элементы города городскими статутами Генуэзки. И как раз очень характерный момент, когда эти деяния зафиксированы, в частности, под панелью, передней панелью римского античного саркофага. Весь собор таким образом, так сказать, вот так вот испещрен, чтобы это показать, вот здесь мы видим, да, семейство Дори, герб семейства Дори, еще более ярко видно это здесь, вот они, гербы Дори, и на каждом вот таком вот белом, так сказать, фоне идет текст, который прославляет семейство Дори. Таким образом, необходимо сказать, что хотя процессы шли, в общем-то, типологически схожие, но в силу специфики вот этого устройства, так сказать, некоторого генуэзского особого устройства, реализовать модель официального закладного эпиграфического текста Генуе удалось, в общем-то, как это покажется и очевидно, с другой стороны, странно, только в своей фактуре, по большому счету. И только в 13-м, 14-м и частью в первой половине 15 века мы можем говорить о существовании генуэзских памятников, существовании генуэзских закладных плит официальных, выполненных от имени консула, как вот такое некоторое противопоставление вот этой вот альберговой классификации генуэзского, собственно генуэзского, эпиграфического и топографического пространства. Естественно, что пример Альберго Дори можно, сказать, множить достаточно, так сказать, много и сильно. И, например, другие генуэзские альберго, вроде более маленькие, имели такие же подобные центры. Здесь это представляется в некотором смысле вот таким как бы единым срезом. Еще один пример, чтобы уже перейти вот, собственно, к памятнику, это пример из Пизы. Вот, я постараюсь его приблизить. Пример, который дает нам сначала закладной текст, фактически официальный текст, ну хотя здесь скорее это некоторая логика самого архитектора, который это строит. Это творение, это сооружение великолепное, там миром, там грациозум, столь драгоценное, столь удивительное и столь великолепное. Рейнальдус, Пруденс, Рейнальдус, оператор, эт ипсе магистер, создатель и строитель, конститут. Конститут мира солета и ингениозы, даром удивительным и во всех смыслах драгоценным, так сказать, потрясающим. Далее идет некоторая аллюзия на текст от пасти, а только здесь уже единорога,
изведи меня, Боже, и от из пасти льва освободи меня. Да, но немножко другая трансформация, так сказать, потому что там нет единорога. Потом. Да. И от рабов единорога спаси одиноку мою, хумилитат инэм. Вот такой пример, в общем-то, вот свой такой очень симпатичный, казалось бы, единорог, здесь присутствует. Теперь. А что касается самих факторий генуэзских, то, конечно же, 13 век, 14 век и 13 век – это век становления развития, прежде всего, генуэзских газарий и центра генуэзских газарий – Каффа. Генуэзская фактория в Каффе формируется около 70-х годов 13 века, и расцвет ее приходится на период между 1316 и 1382 годом, то есть годом возобновления фактории после разгрома Золотоордынского эскадры, когда было создано официум провизиорис Газари, официопопечение Газари, и до 1382 года, когда генуэзцы выигрывают сначала войну 1350-55 годов, а потом и заключает такой некоторый, ну, кто как оценивает, обычно, так сказать, изучающие Венеции оценивают, так сказать, в пользу Венеции, изучающие Гены оценивают в пользу Гены, так сказать, результаты Кьёшской войны, которые так или иначе, так сказать, являются последней попыткой, так сказать, передела вот этого вот романского, так сказать, и газарийского торгового пространства. 40-е годы. Годы совершенно особые для Каффы. Годы, когда Каффа находится в жесткой конфронтации с властями, золотоордынскими властями. И в этой связи мы имеем очень интересный памятник, библиографический памятник, который касается возведения так называемой башни Климента, папы Климента, или башни святого Климента, как ее потом стали называть, менее корректно, в Каффе. Надпись гласит «Анис милли деи трецентис сотто квадрени, мецце мае, фуит октава люце патенте, магни патифис климентис, грация дата крусус ин аугментум, турис хедификат и никсум сумсис, лодату пресите иезу, хоп опус Кристо, хоп опус фундатум пресите иезу». И дальше идет вот текст, который не совсем понятен. Патебет. Было известно «Тум консулум фуиссе презулем номену Мудину». Тогда был главой некий консул по имени Мудину. «Квен Христус вейрагадебет», которого Христос поистине защищал. «Хант деус», видимо, да хранит ее, потому что хант – это акузатив женского рода, «да хранит ее бог», имеется ли, видимо, турис, башню, «Vocablo cuius tuta semper erit», именем которого она всегда будет защищена. «Lauden sum continuo puta», «ты же почитай ее, его славы, если сум относится к Deus», или же «славу ее почитай вечно, если сум относится к Deus». Вот такой текст. Наверху гербы, герб Генуи, герб готической формы с символикой понтификов, герб, родовой герб Пьера Роже Мумона Флорес, Климента VI, герб Каффы, видимо, герб Каффы, то есть там гаджучидов, хотя в современной историографии идет полемика, который являлся там гаджучидов гербом Каффы, но тем не менее. И опять-таки герб Каффы. Вот пять гербов. Здесь наверху родовой герб, он увеличен тиранами. Таким образом, данная плита, хотя она не из того собрания, о котором я говорю, данная плита сейчас существует, сохранилась, находится в Феодосийском краеведческом музее, но, тем не менее, данная плита очень четко встраивается в историю Каффы,
И это тот, пожалуй, ну, в общем-то, нечастный случай, когда эпиграфические памятники не стоят в стороне от других важных источников. Потому что Каффа в этот период, этот памятник датирован 1348 годом, а Каффа в 1942-1946 годах осаждалась неоднократно войсками золотоордынскими. Они постоянно угрожали Каффе и, в общем-то, и в Крыме, особенно когда Каффа начала выказывать свои предпочтения в сторону Салхата, и этим это, в частности, послужило одним из поводов Салхатской войны, известной 60-х годов, и вот здесь, 14 века, и здесь, конечно же, вот эта плита показывает один из таких примеров встроенности памятников в структуру изложения других источников по этому же самому вопросу. Перехожу уже вот к тому собранию, о котором я, собственно, говорил. К сожалению, большому сожалению, нет ни одной фотографии того собрания генуэзских фотографических памятников, архивной фотографии, которая сохранилась в которая хранилась до 41 года в Павловске. Есть единственная фотография, которую удалось найти с очень большим трудом. Это комната саркофагов Павловского дворца. Комната саркофагов примерно фотография 30-х годов, то есть, видимо, может быть, года 35-38 года. Все плиты генуэзские стоят здесь, вот они все, на специальных подставках. Всего 6 плит. Причем даже прекрасно видны вот эти два фрагмента. Одна плита была разбита, как пишет Скрижинский, вот эти все, этот фрагмент, вот здесь вот эти два фрагмента, и большой, и более маленький, здесь видны. Что стало с комнатой саркофагов потом, хорошо известно, стало с ней ровно вот это. То есть с ней ничего не стало после войны. Она была полностью разрушена, и все плиты, к сожалению, утрачены. Документальное свидетельство нахождения плит в архивной свидетельстве нахождения плит в Павловском дворце находится в этой книге. Павловский дворец музей, инвентарная книга номер 3. Это последний документ, который фиксирует нахождение этих памятников в Павловском дворце. И вот здесь они все поименованы. Это 25-й лист разворота, а 24-й лист разворота с этой стороны дает нам все инвентарные номера и все выходные, так сказать, данные, материалы, размеры Павловского собрания. Другая плита, прекрасно сейчас сохранившаяся, находится в историческом музее Готена. И здесь я хочу перейти вот к некоторому комментарию этой плиты. Мы видим, что плита разделена на две части. Верхняя часть представляет собой некоторый этнический, так сказать, текст, нижний текст просто обычный закладной стандартный текст. Внизу написано, это сооружение более. Это сооружение, хокэпус, фунт фактум, было возведено темпоре во время знатного господина Гофреда Зуари, консула генуэзского в Каффе, вот господа 1352-й, Дик, понятно, что забыли людей поставить Дии, дня первого, в первый день января месяца. Вот гласит, что нижний текст. Стандартная формула, которая встречается на протяжении всего периода истории генуэзской и каффинской эпиграфии. Верхний текст. Своеобразен. Своеобразен вот чем. Здесь мы встречаем то, что весьма распространено, скажем так, в художественной, в культурной традиции Европы, прежде всего Франции и Италии, от 9 до 12 века. Это, собственно, Леонин, где определенным образом сконструированный текст представляет собой вот такую вот как бы единую метрическую конструкцию, состоящую из двух гекзаметров, где клаузулы, так сказать, каждого из
пол стиха, то есть клаузуры до цезуры и постцезуры, они не только связаны ритмом, но и связаны определенной структурой, которую Гаспаров в свое время называл силантонической структурой, то есть структурой удара, акцента, так сказать, да, и уже не особенно, так сказать, как бы, укорененной в последовательности долгих и кратких слогов, как это, в общем-то, сказать, традиционно произвела собой логичная метрика. Например, такой, чтобы сказать, как бы начать разговор об этом Леониде, интересный пример из жизни Бедды Достопочтенного, точнее, не из его жизни, а из его жития, и не просто из его жития, а из жития генуэзца Якоба Довораджина, так сказать, Якова Воронинского. Когда Бедда умер, один преданный ему клирик, скажем так, решил составить эпитафию на его могиле. Промучился весь день и составил только «Ха сун ин фосса». «Ха сун ин фосса». Ничего не найдя более, так сказать, подходящего по смыслу и по ритмике, он написал «Бэдэ санкти». Осса. Фосса осса. Вот та, так сказать, некоторая сила батоника, о которой говорится. Но поскольку санкти не, так сказать, входила в размерность, да, то он бросил это занятие, отчаялся и ушел спать. На утро он проснулся и увидел написанный ангелом текст, восполненный ангелом текст. Беде венерабилис осса. Венерабилис подходил таким образом идеально по метрике к восполнению гекзаметра. Другие примеры. Могила Баймунда. Предполагаю, могила, так сказать, Баймунда в Колёсе. Как известно, могила, могущая быть датирована 1111 годом. «Унде боат мундус, планти фуэри боа мундус». Здесь вопиет мир, сколь великим был Баймунд. И еще ряд примеров, о которых можно было бы сказать. Вот, это пример из корпуса средневековых французских надписей. Сначала идет общее указание даты смерти, далее идет два гекзаметра, которые вот представляют собой Леонид. Фосса осса лите вите. Что себе представляет? Хик сун ин фосса бернарди корпус осса, квипе цит лите, целестис прение вите. Далее идет то, что мы называем верскульяти. Цервис, спервис, тогда рифмуются не два полустишия, а рифмуются клаузулы стихов. Но по такому же некоторому силантоническому, так сказать, признаку. Вот то, о чем я говорил, отсутствие фосса, генеральный ресурс, и вот текст, предполагаемый на гробе Баймунда в Колёсе. Хотя, естественно, текст, справедливости ради надо сказать, может быть, является позднейшей уже ранее, даже не то, что возрождение, а, кстати, выдумкой раннего нового времени. Потому что он до нас дошел в нескольких письменных изложениях, гораздо более поздних, разумеется, чем начало 12 века. Но, тем не менее, так сказать, даже если это и не так, то, во всяком случае, это удачный пример как такого рода, так сказать, метрики, так и игры корневой. Боат и Боамунус. Да? Вопиет, так сказать, и вот, Баймунд. И еще один пример, более ранний. Такого же классического текста, но, как вы видите, текст датирован 1906 годом, и текст, который представляет из себя не что иное, как эллигический листик, то есть нечетные гекзаметры, четные тентаметры. «Хуг ресус референс модикунтус истевиатор дик фумулю аквием хренина пэмидеус». Таким образом, переходя от этих, ну так или иначе, классических образцов к вот этому тексту.
вот этому тексту. Мы видим, что Квелзо никак не может подходить, поскольку здесь у нас, предположим, да, будет удар, здесь у нас будет долгий смысл слов, здесь у нас будет два кратких. Квезо требует двух долгих. Квезо окончание сингуляра с первого лица долгое, и квезо, поскольку здесь диграф в классическом написании АЕ, то и здесь также, так сказать, долгий вариант был бы. Христи два долгих. И далее мы встречаем то, что здесь должна была быть цезура после арсиса третьей статуи, но здесь два кратких. Вени ам, а дальше тиби. Ам должен был быть долгий, поскольку на стыке согласны. Но смысл, кстати, как бы ритмика не укладывается совершенно. Почему? Потому что квезу, ну, как кажется, является ошибкой. Должно было быть кво. Даром, которым ты заслужила себе прощение Христа, снискала себе прощение Христа. Прошу тебя, о Магдалина, избавь нас от такого греха. Вот кво как раз очень, так сказать, четко встраивалось ритмически. По всей видимости, что произошло? О готическое было спутано с Е, а дальше уже, так сказать, как бы в пику размерности тот, кто этот текст выбивал, дописал еще квезо, неподходящую глагольную форму метрически здесь. Хотя по смыслу даже получается, в общем-то, даже лучше, чем если здесь ставил бы кво, которое бы лучше подходило по смыслу. Квезо, прошу, даром прошу, которым ты снискал прощение Христа, избавь от слепого Магдалина от такого греха. И сам пример, связанный с вот этим вот текстом. Магдалина с сосудом небольшим был открытым. Возможно, это некоторая, так сказать, аллюзия к тому, так сказать, драгоценному миру, который она вела. И, несомненно, если это деталь, ну, в общем-то, объяснима хотя бы из знания евангельских сюжетов, то деталь поддерживания Магдалины двумя ангелами, деталь более редкая, более интересная. Видимо, здесь мы имеем дело с хорошим знанием, вот, опять-таки же, творений Якова Доворотца. Почему? Потому что, по всей видимости, Магдалина, в ее в таком вот генуэзском житии, последние свои годы пребывала в пустыне, в уединении, в молении, не вкушала от, так сказать, земной пищи, и каждый день была возносима ангелами, даже, так сказать, услышав райское пение, она насыщалась. Вот, видимо, это, так сказать, пример вот этого некоторого, так сказать, такого... Да, была Мария Египетская. Да, такого вот вознесения, возношения, скажем так, вот здесь, как кажется, ну, наверное, можно об этом судить, хотя, конечно же, так сказать, проникнуть в художественный замысел, вот, того человека, который памятник делал, ну, не очень представляется возможным даже до конца. Теперь другие памятники из собрания Центральной России. Памятник, который не сохранился. Памятник, который нам известен только в публикации начала 20 века. Он находился в Ярокольце, в имении Чернышевых. Сначала Чернышевых, потом, точнее, Чернышевых Безобразовых. И вот до 24 года он находился в Ярокольце, вмурованном в стену оранжерей, цветочной или фруктовой оранжерей. Но после 24 года директор Крылечского музея Иерусалимского Натан Шневсон, вот этим своим документом в отдел по делам музеев настоящим прошу выдать мандат на изъятие и вывоз из бывшего Чернышевского имения мраморных изваяний итальянского мастера 15-го столетия. Одно из изваяний мною было вывезено, так как местными жителями подвергается разрушению. Вот по всей видимости до 24 года, то есть это до 24 года, так сказать, этот текст, этот памятник находился в Чернышевском имении. Далее он был выведен.
Куда точно, мы не можем сказать. Поскольку Жашни Ярсов был директором Новоуссолимского музея, логично было предположить, что вывозил у него как бы, сказать, в пользу своей коллекции, так сказать, Новоуссолимской коллекции. Но встречаем мы последнее упоминание этого памятника не в Новоуссолимских описях, а в описях Волоколамского краеведческого музея, который находился на территории Васильевского монастыря. Вот описание этого памятника. Мрамор, высеченное изображение. Вот представим эту плиту. Мрамор, высеченное изображение портрета с подписью на восточном языке, на готическое письмо, конечно, можно было сравнить, если не посвященному человеку, вполне восточный язык. На восточном языке сидит человек с книгой в руках, сбитое лицо. Это, так сказать, книга весьма интересна двумя вещами, но она интересна, на самом деле, одной вещью. Она интересна тем, что там есть интересная формулировка. Есть изображение преподобного Иисуса Христа. Вот. И, конечно же, эта книга изобилует различными немецкими, так сказать, трофейными какими-то, так сказать, там, касками, нижним бельем и так далее. Вот среди нижнего белья иногда попадаются, так сказать, такие жемчужины, как вот такие описания таких вот плит. Это последнее документальное свидетельство существования памятника, о котором я говорю. Как раз сидит человек с книгой в руках, сбитое лицо. Таким образом, можно сказать, ну, конечно, если представить, да, что это такое сное изображение, там, вот, по отношению к надписи, действительно, можно подумать, что действительно некоторый стол, за которым вот, человек действительно сидит. Текст не представляет собой никаких интересных сюжетов, потому что текст абсолютно стандартный, формулы, так сказать, но представляет собой само изображение. Некоторый интерес, поскольку изображение, по всей видимости, делалось на месте, то есть в кафе, и делалось либо левантийским, либо, что менее вероятно, армянским мастером, поскольку кафе была много, так сказать, поликонфессиональной, полиэтничной такой, так сказать, общины, сообществом городским. Если, так сказать, здесь судить, ну, исходя, естественно, из некоторых таких соображений, о которых было бы долго говорить, то, конечно, скорее всего, этот памятник можно было бы сейчас приписать все-таки левантийскому мастеру. Об этом очень много в последние годы пишут вообще о левантийском искусстве и о, так сказать, о явлении левантийцев, как некотором, так сказать, таком этническом явлении в генуэзской газели, в генуэзской романе, прежде всего, конечно же. Но вот здесь интересен, прежде всего, этот памятник. Вот с самим изображением текста, абсолютно стандартно. То же самое это сооружение было воздвигнуто во время управления и так далее. Консул генуэзской фаре. Вообще складывается ощущение, что генуэзцы были, так сказать, такими трухолюбами, так сказать. Об этом очень много говорит западная историография. В частности, например, известный генуэзский исследователь Бассо, Торе Бассо, очень акцентирует в своих исследованиях вот эту вот такую, сказать, такую привязанность генуэзской политики к турецкой экспансии, вообще, так сказать, к турецкой вот такое вот государство, так сказать, нарождающееся в Средиземноморье. Но это не так. И этому свидетельство не только документальное, так сказать, не только связанное, так сказать, с тем, что генуэзцы все-таки, хотя они противостояли туркам как венецианцы после падения Константинополя, но тем не менее и не очень, так сказать, пытались, так сказать, с ними заигрывать, пожалуй, за исключением одного случая, когда генуэзцы вывезли остатки турецкой армии после сражения при Анкаре в 1402 году, когда Тимуром была разбита полностью на голову, так сказать, турецкая османская армия. В пользу того, что генуэзцы не только не шли в хвосте, так сказать, турецкой политики, но и очень четко противопоставляли свое символическое пространство, городское пространство, вот, тому, что мы называли, кстати, как бы турецким влиянием в этот момент, свидетельствуют два памятника. Первый памятник был опубликован Лаурой Балетто из Liber Officiis Promissionis Humanae.
интересный памятник, который я хотел бы, чтобы вот, он прозвучал полностью. Здесь говорится следующее. Ну, Франческо Романьол, как бы, если имя не упоминается, но тем не менее, губернатор Генуи, совет старейшин и офицер течения Романи, благоразумным мужам Томазо де Прементеро и Подестапере и Аравна, Карава де Пастино, Фредерико Сципионе, Дзакария Спинелло и Леонардо де Франко Булгаро, любезным канцелярием-провидитором нашим. Не без досады и значительного возмущения недавно услышали мы, что некоторые и преследующие наихудшие цели, и в дела всецело неосведомленные, к тому намеренно призывали, чтобы господин Мурат-бей, повелитель турок, даровавший прежде камень и известняк, даровал также городской общине Перы 300 перперов, которые вблизи от торговых складов юкстапонцу кумеригию Перы. Была бы воздвигнута укрепленная башня, и с тем условием, что пусть будет в согласии с волей городской общины Перы, приказать изобразить на той башне самого Мурат-бея Инсигни. Что это была за инсигния? Инсигния была следующей, можно предположить. Это была не что иное, как турецкая тугра. Такая же тугра, как изображена на воротах Нижнего города, на портовых воротах, как они правильно называются, Нижнего города в Белграде. Поскольку здесь сбито, к сожалению, имя султана, оно как раз и писалось вот ровно вот здесь вот, можно предположить, что, скорее всего, это тугра Селима Суперсидена. Тугра – это геральдический знак, говоря некоторым, так сказать, таким, приближенным к городам. И здесь просто интересно, что как раз Сергей Петрович Старостин, он много занимался вот реконструкцией, в частности, этого слова, реконструкцией. И он возводит это к некоторым древнетюркским обозначениям родовых знаков. Таким образом, если бы такая тугра была бы нанесена на стены генуэзской пиры, то это был бы, так сказать, своеобразный, так сказать, щит к вратам Цареграда, не меньше, чем, так сказать, тот, который якобы прибили, так сказать, потому что, конечно же, так сказать, генуэзское пространство, символьное пространство, городское пространство было полностью подчинено вот этим родовым, так сказать, восходящимся, в случае, к родовому знаку турецкого султана. И далее, что интересно, что этот текст, о котором я говорю, он интересен тем, что показывает не просто, дает возможность не просто нашей оценки того или иного явления, а как бы сам эксплицитно выражает эту оценку, что исторический случай делает не всегда. Далее говорится, таковых, если действительно опрометчивое безрассудство и неблагоразумие привело нас в немалый гнев, то не менее также и ваше беспечное небрежение, каковое подобным заблуждением скорее открывает слух, а не сурово карает и пресекает эти неуместные рассуждения. Ввиду этого, чтобы таковой недуг не приобретал распространение среди населения и во владениях наших, мы сейчас не призываем, чтобы вы приложили всяческие усилия и прибегнули ко всевозможным мерам, дабы положить конец толпам относительно этого весьма опасного предмета, то есть строительство башни за счет султана, а также, чтобы вы не позволяли какому-либо государю устремиться к таковой цели, и чтобы отныне никто, движимый безрассудным дерзновением или слепотой неразумия, не предположил вымаливать существование какого-либо государя в восстановлении укреплений владений наших, для чего благодарение Богу имеются в достаточности собственные средства. Желаем мы, чтобы настоящее письмо было зарегистрировано в актах, означенных Курией, для сведения столь будущих граждан, сколь и для будущих офицеров. Дано в Генуе дня 15 апреля указанного года, выше указанного года. Вот интересный пример, так сказать, соотнесенности текста, возможного эпиграфического памятника и реакции на это генуэзских
чиновников, скажем так, высших династий чиновников, чиновников офицеров печенья Романии, находившихся в Генуе, и, возможно, хотя мы не имеем документальных свидетельств, как-то это положение было исправлено местными чиновниками под Эстафьера и его приближенными. Еще один пример. К сожалению, у меня нет опять же фотографии той плиты, которая происходит из Павловска. Я уже сказала, что, к сожалению, из Павловска нет фотографии ни одной плиты, вот кроме исключения вот такого общего, так сказать, снимка. Но тем не менее, на одной плите 1367 года, плите, которая не является официальной, а является, видимо, частной плитой, то есть заложенной ними частного лица, некоторого Франческо Сальво. Других данных об этой фамилии, так сказать, генетических документов нет, поэтому, может быть, это аббревиатура, которую мы не знаем, как расшифровать, но, во всяком случае, значится он как сам. Да? Мы встречаем текст, где внизу идет надпись, так сказать, свидетельствующая о закладке церкви, а вверху молитва вокруг Агнца. Молитва, которая... в общем-то, является собой вот этот вот, так сказать, такую молитвенную формулу Агнуса в литургическом, так сказать, его исполнении. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Агнус Деи, Китоис Пехатум Мунди, Домином Испанцем. К сожалению, этого нет на фотографии, но другой памятник, не менее, как мне кажется, красочный, из Шале, из... Франции, дает нам такое же изображение, можем представить, что это было. Это в замке Сапога, то есть маленькая церковь в Шале, на пересечении Нефа и Трансепта, в замке своды изображен Агнец, а общее его изображение таково, вот оно. Вот этот замок свода, вот сам свод, и изображение Агнец. Если мы его увеличим, то мы увидим надпись, совершенно идентичную ту, которая была на генуэзском памятнике. Агнус Дейки, то есть Пехатум Мунди, Дон Нобис Патрум Амон. Вот таким образом текст и, разумеется, изображение вполне стандартное, вполне распространенное вообще в западноевропейской типографической партии, расположение в Шале интересно тем, что оно маркирует не только некоторый, скажем так, литургический момент очень важный, а Агнус, троекратное произношение Агнуса, причем Агнец Божий, берущийся грехи мира, помилуй нас, Агнец Божий, берущийся грехи мира, помилуй нас, Агнец Божий, берущийся грехи мира, даруй нам мир. De Sacro Altaris Mysterio папы Иннокентия III, эта формула уже заключена в... полно, так сказать, да, в патрологии латин. Вот шалейский, так сказать, пример интересен не только тем, что собор действует как некоторое литургическое пространство, но интересен тем, что, как литургическое пространство прорастает в архитектурное пространство собора. Поскольку Агнец, располагавшийся на замке свода в трансепте, соответствовал, по всей видимости, обозначал положение алтаря, где, так сказать, разворачивалось основное литургическое, так сказать, евхаристическое действие в этот момент. Я буду уже завершать, чтобы не, чтобы не утомлять. Таким образом, к сожалению, не все памятники генуэзские сохранились, разумеется, и, представляя свой доклад, и готовясь к этому докладу, я попытался говорить не просто, так сказать, о наборе там, из 7-8 биографических памятников, которые попали к нам, волею судеб, я имею в виду ближайшие, так сказать, или не ближайшие от Москвы, так сказать, пространство, но говорить о памятниках, пытаясь их в некотором смысле, ну, естественно, разумеется, фрагментарно и, так сказать, в меру того, что мне позволяло время, встроить их в некоторый общий контекст и городского пространства, и городской истории. А завершить мне хотелось бы маленьким пассажем из Умберто Эко.
город в Италии – это нечто иное, чем в моих краях. Это не только место для жизни, это также место принятия решения. Все всегда на площади, более ценятся городские магистраты, чем император или папа. Они, то есть города, как настоящие царства. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, какие вопросы? Замечания? Нужный вопрос. Да. Вы не обращали внимания на Можно встать и улыбнуться. На расположение букв, надписи, вот на что-то такое, как бы, там, когда эпиграфика становится частью предмета. То есть, скажем так, на полиографию эпиграфики. Да, естественно, конечно же, потому что без этого просто, конечно, невозможно прочтение текстов. Да? Я могу сказать так, что вся итальянская средневековая эпиграфика строится по принципам, выработанным в рамках полиографии, в рамках той среды, которая, как бы сказать, так или иначе, конечно, представлена гораздо лучше и, так сказать, целостнее, чем на любой географический пространство. Поэтому, если мы будем говорить о тех узуальных, так сказать, национальных аббревиатурах, которые, по-моему, используются в итальянских памятниках, то они совершенно эпиграфические памятники, то они абсолютно стандартны, ничем не отличаются. То есть они стоят у Рима на плечах? Не совсем у Рима, скажем так, так или иначе на плечах поздней античной традиции письменной и традиции ранней средневековой. Но хотя хотела показать здесь два примера, я их не показал, о чем я сейчас сожалею. Некоторые вот исключения. Это примеры, так называемая скриптура коммунальность, так называемая, или скриптура этап коммунальная, если брать итальянский термин. Вот она. Это нечто особое. Это совершенно не походит ни на что другое вообще. Это из Генуи на Порто Сопрано. Порто Сопрано – это часть того огромного, сравнительно большого, в всяком случае, укрепленного круга укреплений, которые были построены в 1655 году для якобы противостояния Барбароссе. И вот как раз Порто Сопрано, с одной стороны помещается эта надпись «Mate mei populi fuit hac hactimus Africa mota post Asia partes et abhing Hispania tota almariam cepi tortosam que tortosamque subregi septi». Ну и так далее, да? То есть септимус, анус, абхак и так далее. С другой стороны, это надпись. И номину не патентис деи, патрица, фили, спириту, салти, анус, суму, мите, вилис, луис, циркундатор, вилис. Эпрекутами апелли, попы, кости, капелли. Си, пацан, портес, лица, хастин, фрикрополис, сибирин, пэрис, крисис, упис, вероцанис. То есть вот этот пример, вот так называемый коммунальный системы письма, он ни на что не похож. И встречается только, как ни странно, на мне известных трех памятников. Первый памятник – это Пиза, памятники собора. Вот эти примеры из Генуи. И третий, как ни странно, это официально закладной текст государя великого князя Ивана III на стене Спасской Фоллоуской башни Московского Кремля. Сейчас этот памятник находится под крытием Всеволожской церкви. Он сейчас сохранился, и как раз его можно как раз изучать, хотя он был, видимо, желали его уничтожить в 40-е годы, потому что его вскалывали, потом попытка вскалывания не удалась, его заштукатурили, а потом перенесли в подкрепь из Положенской церкви, где его опять очистили, вот трудами Александра Богданова, покойного, к сожалению, ныне, и Гращенко. И вот как раз здесь мы можем изучать. Хотя это уже 15 век, это конец 15 века. То есть памятник в войне странный. На таком удалении от Италии памятник, выполненный, по всей видимости, миланскими мастерами, это не удивительно, это, так сказать, так коммунальная обстановка была в многих городах Северной Италии. И 15 век, то есть век совершенно не свойственный для распространения такого письма в Италии, собственно говоря. В Италии такое письмо в 15 веке может практически
даже не то, что практически, я могу даже, так сказать, более сильно сказать, вообще не встречаем. Вообще не встречаем. А все остальное совершенно стандартно, не представляет никаких полиграфических, так сказать, особенностей. Пожалуйста, кто хочет что сказать, спросить, заметить, пожалуйста. У меня вопрос по поводу источников. Как формировался, собственно, ваш корпус инскрипционным? Насколько он репрезентативен, насколько он широк? Вот можно ли сделать какой-то статистический анализ? И вот как, собственно, он создавался в зависимости, как он коррелировался с какими-то задачами исследования, социальной и культурной истории, которые вы ставили себе в процессе исследования? Я начинал с корпуса Скрижинского. То есть для меня это был некоторый, так сказать, как бы такой, даже можно сказать, самоцель, потому что, как бы, сказать, всю, в общем-то, свою такую, могу сказать, очень долгую такую, так сказать, жизнь, я вот научную жизнь не занимаюсь вот, эпиграфическими памятниками, поэтому изначально это был корпус Крыжинский. Потом постепенно, в общем-то, мне здесь даже не надо было, не надо было формировать вот тот корпус, так сказать, о котором вы говорите, потому что, в общем-то, за меня во многом он уже сформирован западными исследованиями, сформирован корпус французских текстов, сформирован корпус немецких текстов, средневековых графических, сформирован корпус христианских памятников. То есть другое дело, что к этим корпусам можно приложить, так сказать, разную идеологию, так сказать, как бы, и из них изъять разные сюжеты, как раз вот попытку анализа плача христианства я как раз попытался представить в той небольшой статье, которая была переведена для сборника памяти Равнина Яковлевича. И как раз вот здесь вот такую, например, можно было представить некоторую методологию. Другая методология – это, она, так сказать, такая более выигрышная, более легкая. Это просто комментарий отдельных памятников. Это, естественно, более просто, более очевидно, и здесь можно было бы сделать. Но таким некоторым как бы желанием моим было бы это встроить эпиграфический памятник в репрезентацию, в процесс репрезентации политических успехов городской Тверской коммуны. Это, к сожалению, можно сделать не на основе всех памятников, это можно сделать только на основе самодельных памятников, то есть, собственно, находящихся в Вене. Потому что памятники фактории, они очень сжаты типологически, так сказать, и потом их не так много. Конечно же, там, может быть, 50-60 штук, а если брать типологические модули, то это буквально два модуля типологические. То есть надгробие и официальный закладной текст. Пожалуйста. Работа о нынешних лентах, вам известно? Да, да, конечно. Какие-нибудь замечания? У вас было поставлено довольно много вопросов таких общего характера, о типах пространств, значит, и так далее. Вы собираетесь дальше? Да, хотел бы. В каком плане? Я мечтаю, кстати, вот некоторые памятники, которые не изданы еще из генуэзских кафинских, это раз, ну, если это получится, если, так сказать, будет в моих силах. Вот. И далее покажет эту работу над этой темой в рамках статей, публикаций, что вот. Надеюсь, как раз, может быть, одна статья уже будет готова к этому сентябрю, наверное, уже. Как раз по этой тематике. Еще есть замечания?